Сегодня день памяти воинов-интернационалистов. 35 годов тому советские войски покинули территорию Афганистана, где под час военного конфликта выполняли разные боевые задачи. По традиции, в этот день по всей стране проходят урочистые митинги-реквиемы у память про загинувших. Каля мемориального комплекса «Боль» у Витебску собрались ветераны боевых деяний, представники улады, громадских объединений, необыяковые жихары города и молодь. Как ушановать память тех, кто не вернулся из афганской войны и еще раз узгадать про трагичные подеи тех часов. До памятного знака усклали вянки и кветки. На мемориальном комплексе увековечены имены 160 уродженцев полночного региона. Яны загинули на афганской земле. Память героев ушановали хвилиной молчания. Для воинов-интернационалистов 15 лютого особливая дата. Яны и сегодня про 35 годов памятуют страшные и трагичные военные подеи. И что год у этот день приходят до памятного знака «Боль», как сустреться с боевыми товарищами. Было тяжело. Во-первых, погода, климат не тот, к которому мы привыкли. Я до Афганистана я служила в Одесской области, город Болград. 98-я гвардейская ВДВ, дивизия. Вот. И когда я прилетела туда по замене, да, погода была ужасная, не привыкшая к этому, но ничего. Спасибо командирам, спасибо, вокруг были тоже женщины, все помогли, пережили это, пережили и Афганистан. Я это помню тоже очень прекрасно. Это было мое поколение, когда одноклассники, только закончив школу, уходили практически на войну. Было тяжело, было непонятно, но понятно было одно – что должны выполнить свой долг. И вот это, наверное, самый важный пример для современных людей, которые живут под мирным небом. Дорогами Афганистана прошли свыше 5,5 тысяч уродженцев полночного региона. За боевые заслуги многие из них были удостоены высоких узнагород. Двое воинов-интернационалистов из Витебской области за проявленную мужность и героизм отримали звание Героя Советского Союза.